И снова мы с вами на футболе. Всем привет! Возьму на себя представление комментаторов. На состав Шаль. В воротах Ферман. Стамбули в защите сыграет со Шкодраном Мустафи. Харит начнет с Маскареллом в центре полузащиты. Два центр-форварда. Это заявка на атакующую игру. И у игроков средней линии больше возможностей для обострения игры. Сегодня гости начинают в следующем составе. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. И наш матч начинается. Теряют они мяч. Есть время и просто пробить бы. Навес очень сильным получился, и мяч будет введен в игру из аута. Хюнтела. Хорошо, он с мячом вперед идет. Хороший пас на ход. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Мустафи. И снова мы с вами на футболе. Всем привет! Возьму на себя представление комментаторов. На состав Шаль. В воротах Ферман. Стамбули в защите сыграет со Шкодраном Мустафи. Харит начнет с Маскареллом в центре полузащиты. Два центр-форварда. Это заявка на атакующую игру. И у игроков средней линии больше возможностей для обострения игры. Сегодня гости начинают в следующем составе. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. И наш матч начинается. Теряют они мяч. Есть время и просто пробить бы. Навес очень сильным получился, и мяч будет введен в игру из аута. Хюнтела. Хорошо, он с мячом вперед идет. Хороший пас на ход. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Мустафи. И снова мы с вами на футболе. Всем привет! Возьму на себя представление комментаторов. На состав Шаль. В воротах Ферман. Стамбули в защите сыграет со Шкодраном Мустафи. Харит начнет с Маскареллом в центре полузащиты. Два центр-форварда. Это заявка на атакующую игру. И у игроков средней линии больше возможностей для обострения игры. Сегодня гости начинают в следующем составе. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. И наш матч начинается.
Теряют они мяч. Есть время и пространство. Пробить бы. Навес очень сильным получился, и мяч будет введен в игру из аута.